Протягиваем выпуск. С понижением температуры в Гомельской области увеличилась колькость пожаров. За минулые выходные зафиксовано 14 узгораний. Загинули 4 человеки. Еще одного отрималось выратовать. В вогуле с початку года в Гомельской области под час пожаров загинули 8 человек. Все трагичные выпадки подобны один на одного. Практично завсёды головная причина узгорания – неосторожное выходжение за огнем. А маль у всех, кто загинул – одинокие пенсионеры. Мы исключили практически все технические причины по гибели людей на пожарах. То есть это не от печки происходит, не от короткого замыкания, а происходит именно по неосторожному обращению с огнем. Вот возьмем 8 человек погибших. У нас, к сожалению, 7 из них пенсионеры. То есть это люди 23-го, 34-го года рождения, уже за которыми, в принципе, дети их, которые выросли, должны ухаживать. А мы к этому еще не пришли. Сами, наверное, взрослые не осознали, что за стариками и за детьми надо смотреть одинаково. У студени 2016 года под час пожаров у Гомельской области загинули 25 человек.